Столкновение нескольких автомобилей вызвало серьезный затор сегодня днем на проспекте Победы. Машины перегородили едва ли не всю проезжую часть. При этом на дорогу из одной машины стало вытекать топливо. Как отмечают участники аварии, виной всему стал водитель «Газели», который мало того, что спровоцировал столкновение, так еще и скрылся с места происшествия. Подробности расскажет Рамиль Шайдулин. Не буду уходить, Уйти от столкновения водитель грузовика, признается, уже никак не мог, хоть и пытался. По его версии, аварию спровоцировал водитель «Газели», который двигался в крайнем левом ряду. Я ни к чему не знаю, по какой причине «Газель» вообще начал маневрировать, такие движения делать. То есть она начала резко поворачивать? Резко, да, резко. Край вправо задевает «Пежо». По инерции уходит, как бы от удара столкновения, задевает этот «Логан». В результате удара больше всего досталось автомобилю «Рено Логан». У иномарки смята как левая, так и правая часть в разных местах. Кроме того, пассажирки хотели вызвать скорую помощь. Девушки две и парень, мальчик, нет вроде как. Ну, одной говорит, у нее вообще так функции давление. Ну, вроде вот, не знаю, нормально. Парень, я спрашивал сам, уточнял, он говорит, я нормально сижу. Водитель «Газели» сразу после столкновения скрылся. Запомнить его номера никто не успел. Учитывая, что касание с ним все же было, автомобилист считается участником аварии. В случае, если его найдут и слова очевидцев подтвердятся, мужчину с высокой вероятностью лишат водительских прав. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112».